Спроба незаконного увозу алкогольных напитков на территорию Евразийского экономического союза продухилены супрацовниками Гродинской региональной мытни. Порушения зафиксованы у пунктах пропуску Брузги и Берестовица, праз якія жыхары Российской Федерации накировывались со спиртным по зеленым коридоры. Таможенниками в пунктах пропуска Брузги и Берестовица выявлено более 10 попыток перемещения данной категории товара с нарушением таможенного законодательства в количестве, многократно превышающем допустимые нормы. Во всех случаях нарушителями являются жители Российской Федерации. Так, один из россиян, следуя через пункт пропуска Брузги по зеленому коридору на легковом автомобиле, пытался переместить почти 45 литров алкогольных напитков и пива иностранного производства. У данном выпадку норма беспошлинного увоза алкоголя была перевышена у 15 разов. А днями у Гродни вынесены судовые решения у относенных еще двух россиян за аналогичные правопорушения. Громадян соседней краины чакая штраф и конфискация продукции. Усяго ж, с початку года у пунктах пропуску Гродинской региональной мытни затримано амаль 600 литров алкогольных напитков и пива, якія перемещались с порушением законодавства. Специалисты нагадывают, спиртное у объеме свыше 5 литров заборонено до увозу на территорию Евразийского экономического союза физичными особами.